Записка, где написано, что на заре Атмады господин Анатолий Горбунов громко заявил, что гражданство будет нулевым. Почему об этом забили? То, что здесь сидят больше, чем 300 людей, это показывает то, что в этой стране никто ничего не забыл. Тем более не забыл преступную деятельность ведущих политиков Латвии. Это во-первых. Во-вторых, наша страна, которая называется Латвийская Республика, фундаментально построена на фундаментальной лжи и преступном цинизме. Этот цинизм и ложь должны быть уничтожены. Не граждане, которые оставлены за пределы конституционных и гражданских прав, не должны просить и выпрашивать гражданство. Оно должно быть представлено автоматически и будет представлено автоматически. Для этого мы здесь сидим. Это ответ на записку из зала. Спасибо.